Приветствую вас, друзья мои, читатели, подписчики моего блога, моего YouTube-канала и всех площадок, где я размещаю мои видеоролики. Я Роза Зайдуллина, мне всего 65,5 лет, и я за здоровый образ жизни. Сегодня, друзья мои, мой короткий видеоролик, ежедневно записываю видеоролики, я посвящу массажу стопы. Почему, друзья мои, все вы знаете, но мало кто делает, да, мало знать, лучше делать. И если мы будем посвящать какое-то время, 5-10 минут нашим стопам, друзья мои, мы получим просто огромную благодарность в виде оздоровления нашего организма. Сегодня речь о стопах, друзья мои. На наших стопах все мы знаем очень много акупунктурных зон. И поэтому массаж стопы, все слышали, что в Таиланде самый лучший массаж стопы. А вот как его сделать в домашних условиях, друзья мои? Как уделить это внимание стопу? И я прямо на примере себя покажу, как это делаю я. И с группой вместе занимаюсь. У меня еще есть занятия, друзья мои. Вот, берем стопу, ну, желательно положить ее на бедро, да, как у меня. Можете положить просто перед собой. Просто сюда, значит, впереди себя. Берем стопу. Вот у меня кокосовая маслица есть, да, можно смазать. Если стопа у вас суховатая, можно смазать маслицем. Вот я чуть-чуть смажу маслицем. И уже во время намазывания у вас происходят массажи. Смазать вот и стопу, и голеностоп маслечком. Небольшим количеством, друзья мои. И первое упражнение, это для стопы. Первое, что мы делаем, это просто растирание вверх-вниз. Вверх-вниз растирание. А тонкий масляный слой, он дает такое, значит, чувство тепла. Часто, особенно с годами, у нас ручки и ножки начинают мерзнуть. А это не просто так, друзья. Это говорит о том, что функция почек наших начинает снижаться. Вообще в теле в нашем все очень мудро. Ни один прыщик, ни один мозоль, ни одна папилломка, ни одна бородавка, родинка просто так не выскочит, друзья мои. Она вылезает в определенных местах. То есть тело нам сигналит, говорит, обрати внимание, и вся моя, наша кожа – это представительная зона моих внутренних органов, друзья мои. Вот, размассировали вверх-вниз, вот такими, уже стопа ваша согрелась хорошенечко. Теперь берете, как я называю, первое упражнение для пальчиков стопы. Это шпагат пальцев. Большой палец тянем на себя, а второй от себя. Вот таким образом, вот движение как бы на разрыв идет. И будет такая жгучая боль. Прям давим хорошенечко. Здесь надо потерпеть, друзья мои. Потерпеть. Такой, будет, знаете, жгучая такая, как будто крапивы обжигаешь. Вот. Потерпеть. И потом в обратную сторону. Точно так же, на разрыв. То есть большой палец вниз. Второй наверх. Терпим какое-то время. Минимум 10 секунд, друзья мои, потерпим. И таким же образом идем следующий. Второй палец и третий. Точно так же. Как будто бы хотим разорвать стороны. Один в одну сторону, другой в другую. Вот видите, большим пальцем я придавливаю. Если вам видно это, вот таким образом придавливаю. И потом в обратную сторону. В обратную. Терпим эту жгучую боль и приступаем к следующему. Точно так же. Один в одну сторону, другой в другую. И в обратную. Это будет, когда боль потерпите, потом такое приятное чувство. И до мизинца дошли. Дошли до мизинца туда и сюда. И вот приступаем теперь к зоне подушечки пальцев. Вот под пальцем есть такие подушечки у нас. Эту зону хорошенечко проминаем. Вот она. Я думаю, видно в экран хорошо, да? Проминаем зону подушечки под пальцем. При этом после шпагата стопы ваши пальчики все прям мягкие, счастливые, промяли. Можно еще вот так на себя загнуть пальцы. Вот, то есть как кулачок, да? Но вот этими. И приступаем. Средняя часть стопы, средняя, она у нас состоит из внутренней, свод стопы, и наружная. Нужно уделить внимание и наружу, и внутри. То есть проходим и вверх, и вниз. Пальчиками, большими пальцами рук проходим.
И на внутреннем своде стопы теперь прям нащупываем, глубже начинаем делать массаж, нащупываем такие болевые зоны. Их прям хорошенечко продавливаем, продавливаем, продавливаем. Большим пальцем, друзья, мы продавливаем. Я, конечно, камеру сюда не могу вам показать, но вы уже представляете, вот эту зону стопы проходим, продавливаем хорошенько. И наружнюю часть стопы тоже, вот наружнее. Часто бывают шишки здесь выскакивают. Шишки – это у нас лимфа недовыведенная. Копятся всякие, значит, шлаки, токсины. Тоже мы хорошенько проминаем и приступаем к пяточке. И пяточка у нас состоит не только из мягкой вот этой зоны, но массируем внутреннюю вот эту вот косточку. Косточку массируем хорошенько. Пяточку прям добьемся, чтобы она прям розовенькая у нас стала, чтобы вся стопа прям была розовая, как в детстве, счастливая, да? И теперь приступаем к нашей щиколотке. Я тоже сейчас как раз вместе с вами хронику веду восстановление моего здоровья в очередной раз. У меня коксандроз третьей степени, варикозное расширение вен, полиартрит, друзья мои, диагнозов ООН, но они меня учат. Бог лечит знанием. Болезнь. Бог лечит знанием. Теперь, значит, щиколотку, друзья, упражнение крапивка туда. Сюда, вот прям вот хорошенечко за все силы, но и подъем стопы тоже крапивкой туда-сюда проходим, проходим, проходим прям хорошими такими движениями и доходим до икроножной мышцы. Икроножную мышцу тоже хорошенько проминаем, друзья. Проминаем, проминаем, проминаем. Хорошо, отлично. И коленочку мягкими такими любящими движениями коленочку нашу разогрели. А теперь бедренную вот эту мышцу вверх-вниз тоже. И любовь, и немножечко здесь силу даю. И стараемся, чтобы если вы в такой позиции, чтобы ваше бедро легло, оно поднимается, у меня тоже поднимается, видите? Несмотря пока на мои все занятия, но каждый день прогресс есть, друзья мои. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И после того, как вы, ваша нога вся горячая, да, складываем на наши ладошки так вот лодочкой и прохлопываем. Такой. Даем такой хороший усилие. И грудь, и даже стопу. Так, молодцы, прям ножка запела, мягкая, счастливая. И меняем ноги. Теперь аналогично берем следующую ножку, левую. Я тоже вот наношу такой тонкий слой масла на стопу и на голеностоп. Таким образом наношу маслечко на голеностоп. Она и согрелась, и стала мягкая, пластичная. И то же самое, вверх-вниз, вверх-вниз. При этом мои руки тоже массируются. Когда я делаю массаж стоп, а точки все акупунктурные, руки мои тоже начинают становиться мягкие и пластичные. То есть это полезно не только для ног, но и для рук тоже, друзья мои. То, что сейчас мы делаем. Проходим согревающими движениями вверх-вниз, вверх-вниз. Отлично. Теперь шпагат пальцев, да, беремся большой палец на себя, второй от себя. И прям растягиваем на разрыв, идем, держим, терпим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. И в другую сторону. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Аналогично второй и третий палец. Все аналогично, по той же схеме. Шпагат пальцев. Прям давим каждый раз все больше и больше. И в другую сторону. Друзья мои, уверяю вас, это настолько после этого массажа ваши стопы прям просто будут петь песню радости. И проходим каждую пару пальцев такими же движениями. Проходим до мизинца. Мизинчик уделите внимание, но всегда остается без внимания. И приступаем к подушечкам стоп. Вот
подушечкам, под пальцами. Вот я специально вытянула, чтобы вам было видно, да? Вот эти места проминаем хорошенько. Затем средняя часть стопы состоит из внутренней, вот свод стопы, называемую вот эту выемку, и наружная часть. Ее лучше удобнее здесь массировать. Внутренняя часть стопы проходим прям глубже, двумя вот этими пальчиками, глубже по всем точкам. Хорошо. И наружная часть стопы. Вот у меня здесь была шишечка, сейчас проходит с каждодневными усилиями. Побеждает тот, кто делает упражнение каждый день. И пяточку, друзья мои, пяточку тоже прям внутри ищем. Выбираем болевые ощущения, выбираем их. Прямо вот внутри косточка. Вот это где у нас натирает обычно мозоли. Выбираем и доходим до голеностопа. Голеностоп крапивать выполняем. Туда-сюда крапивными движениями. Можно приподнять вот так трико немножко. Туда-сюда. И вот даже по подъему стопы тоже туда-сюда, туда-сюда. Это очень полезно для ладошек ваших тоже, друзья мои. И переходим к икроножной мышце. Икроножную промяли хорошенько. И бедро наше вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Отлично, друзья, супер, замечательно. И теперь прохлопаем нас ладошки лодочкой. После завершения процедуры я, как всегда, завершаю ее с контактом с подушкой из микросфер, друзья. Почему? Вот вы видите, какая я гибкая, да, в свои 65,5. Как я стремлюсь, несмотря на мои диагнозы, быть здоровой, друзья, и правильно делаю. И на этом трудном пути мне помогает, очень помогают, правда-правда, изделия с наполнением из микросфер. У меня есть подушка, вот эта вот 60 на 40, замечательная, с микросферами. У меня есть капсула с микросферами, 11 килограмм весом. Мы заворачиваемся каждый вечер, выстегиваемся, и как вот настоящей капсуле в болиде принимаем процедуру по часу вечером с супругом. А для чего мы это делаем, друзья мои? Мы хотим прожить долго, но не как растение, друзья мои, а активной жизнью жить. Путешествовать, ездить, зарабатывать деньги, друзья мои, чтобы они были достаточно, чтобы не просить ни у государства, ни у детей, друзья мои. Это же здорово. И поэтому на этом трудном пути мне помогают вот эти изделия. У меня есть также универсальная повязка. Я уже сделала видео по ней, которая вообще на все случаи жизни, которая всегда мне поможет. Мне скоро в дорогу, я обязательно в дорогу ее одену. Обязательно. И подушку с собой возьму. И маску для сна, друзья мои, обязательно. Как же без нее? Это все в чехле. Маска для сна, которая выравнивает, убирает морщинки под глазами, убирает отечность, друзья мои, делает мое лицо подтянутым. Ну как же без этих моих помощников? Это мой напульсник на ногу и напульсник на руку. Если на левой ноге ношу напульсник, то на правой руке и наоборот, потому что меридианы так проходят, друзья мои. Я много читаю, много изучаю, развиваюсь, друзья мои. У меня четкая память, четкая речь, как вы видите, да? Я радуюсь жизни, я оптимистична, довольна жизнью и очень-очень благодарна. Я благодарю каждого читателя, подписчика, кто смотрит мои видеоролики и кто тоже вступил на этот трудный, но замечательный и благодарный путь оздоровления себя без лекарств, без химии, друзья мои, без больших денег. Оздоровление, которое, в общем-то, практически ничего не стоит, кроме твоих усилий и тренера. А тренером выступаю я, друзья мои. Ну, по жизни я такой человек, я педагог, и поэтому всегда делюсь от души с душой. Приходите на мои занятия, продолжайте развиваться, массируйте свои стопы, наблюдайте, что там у вас стопа, какие мозоли, какие это тоже все тело с вами разговаривает, друзья мои. И до новых встреч. Пока-пока.